Я забыл, как она называется. Я тоже забыл. С лица Саши не сходит улыбка. Он покоряет своим оптимизмом с первой минуты знакомства. То, что жизнь этого мальчика – борьба, сложно даже представить. У Саши редкое генетическое заболевание. Миопатия Дюшена диагностируется у одного из нескольких тысяч детей. Диагноз был поставлен в 4, и что до там, 12 лет – это край. То есть, 12 лет – это край. Это печально не было, но с этим живем и стремимся к тому, чтобы… есть сейчас… Жизнь, именно сегодняшний день. Мы сегодняшним днем и живем. С каждым годом симптомы прогрессируют. От трудностей движения до проблем с дыхательной системой и работой сердца. Для того, чтобы поддержать физическую форму, Саша несколько часов в день уделяет реабилитации. Может, вперед-назад ездить? Занятия на специальном велотренажере, растяжка. Выполнять некоторые упражнения приходится сквозь слезы и боль. Но Саша не привык отступать. Он ходит в обычную школу, любит общаться со сверстниками. Настоящее увлечение мальчика – рисование. Вот самый мой любимый рисунок, который мне хорошо получился, это вот этот. А почему он тебе нравится? Потому что я его почти сам рисовал. Он посвящает картины и своему любимому времени года – зиме. Всегда с нетерпением ждет Нового года, признается мальчик. Вот уже несколько лет доброго волшебника он просит об одном подарке. Я вот хочу получить PlayStation 4, чтобы играть на них всякие разные игры. Верю, то, что он мне принесет ее. Я буду очень ему благодарен. Стать волшебником может каждый. Просто осуществите мечту. Анастасия Синченкова, Георгий Бурлуцкий. Новости дня.